Пусть нету никого и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора. Романтики с большой дороги. Мы все умрем. Это была еда. Она была отравлена. В общем-то, в этот день у ребят самостоятельная, ну, точнее сказать, выпускная работа. Мы им дали задание прийти в нужную точку. Я устал, я есть хочу. И они ее весь день искали. Я замерз, у меня ножки замерзли, ручки замерзли. Правдами и неправдами, но сами ее нашли. Так есть-то будем готовить, я замерз. Все Ивана Сергеевича закапывайте. Все, закапывайте. Сочи до утра. Чужие сапоги натерли ноги. Работникам ножа и топора. Романтика большой дороги. Че это? Таблетки. О. Помойка там, короче, вот туда. Не желаем жить, по-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному. Лежут пятки языки костра. За что же так не любят недотроги работников ножа и топора? Романтика с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не. Четверочку поставлю, четверочку, и ладно. Спасибо. Уговорили. Но не пять. Я чуть не помер. Выжил! 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 Да, ел. Мой. Куда было? Ну как, сугробы? Их не было. Вы все притоптали, да? Все хорошо, я молодец, я всех накормила, я мама. О, чудо. Очень круто. Круто, да? Ну давайте, раздевайтесь, мы ждем. Ну что, как ты сегодня? Отдыхалась. Классно. После вчера все, да? Сегодня потеплело. Нет, когда мы шли, да, очень сложно было. Обратно достаточно быстро вернулись. Да, обратно на ампуле, потому что мы там с горки все время спускали. Мы сейчас и посмотрим, как вы любите веселиться. Дедушка!
прыгали вперед, вперед прыгаем, зайки где? Вот, а теперь там вот. Еще, а теперь лошадка, каждый махроногу. Как лошадки у нас скачут. Вот, идем, идем, как что. Передай, ты чего техника дошла? Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина. Мы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали пути мы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухвалы, лёг на речке бы не занёс, Удачи! 2024-м! Крепкого здоровья! Да, я так понимаю, что вы ходите в походы? Занимаетесь какими-то экстремальными вещами? Поэтому это вам пригодится! Радости, успеха! Ну и сладенького вам так, в этом году! А вот этот тортик вручается тому, кто назвал самую близкую цифру в первый день, сколько мы нагуляли. Это Матвей, по-моему. Матвей, молодец. Молодец. Хорошо, видать, учился по географии. С Новым годом! Три! Мы почти закончили. А теперь, резко вниз опускай, как будто в нас она упала. Я не каждым топчется, чтобы топтать снег. Матвей копает. Захар с Артемом потом пошли искать дрова. Девочки набирают в эти. Ну, вопрос в чем был? Наверное, я начну. Что же мне понравилось в этом лагере? Так-то все. Но если конкретней. Мне понравилось именно вот то, что когда... Вот перед каким-нибудь мероприятием, перед тем, чтобы куда-то пойти, у нас есть свободное время поиграть, побеситься, не знаю, поваляться в кровати. Ну, это классно. Я была, на самом деле, во многих лагерях, но вот в этом, это единственный лагерь, в котором я вот эту вот возможность увидела. Это, в принципе, единственный лагерь на воздухе. Класс. Что еще мне понравилось? Да, трудные походы. Да, это ужас. Ну, холодно, иногда голодно, иногда хочешь уставать, но потом, когда приходишь, это просто такое восхищение, что ты дошел, что ты не умер. Но так-то вот, честно, вот лично мне вот эти трудности, они даже забавляют. Да, я готова упасть, помереть, все, отрубиться. Но мне это нравится. Что мне не понравилось? А, нет, еще одну штуку. Вот мы ложимся, на самом деле, дома меня всегда загоняют прямо. Ложись рано, рано, рано. А вот тут прям в 11 часов, в 12. Это, блин, на самом деле это интересненько. Что мне не понравилось? Ну, единственная вещь, на самом деле. Вот такой прикол был. Тут есть душ, он великолепный. Но я такая захожу, включаю воду, и на меня льется сверху. Я там какую-то штуку подкрутила, и на меня льется сбоку. Ну, потом уже разобралась, и меня выгоняют оттуда. Сейчас отбой, дай помыться. Ну, это тоже такая мелочь, забава. И вот, и что еще хочу сказать. Такую маленькую благодарность. Всем, кто
нас провожал, кто нас поддерживал все это время. Большое вам спасибо. Я вас сейчас воспринимаю прям как семью. Потому что, на самом деле, я именно в этом лагере уже третий раз. И мне тут все знакомы. И это, на самом деле, очень хорошо и приятно видеть новые лица. Видеть старые, знакомые и классные лица. Молодец. Давай. Теперь расскажу я. Если честно, в этом лагере первый раз, и такие большие походы я тоже в первый раз. Честно сказать, у меня нет минусов нигде. Мне все очень реально понравилось тоже. Иногда бывают такие моменты, когда ты забираешься в гору, и тебе просто хочется упасть. Но тебя тоже везде поддерживают организаторы. Это тоже спасибо. Очень классно то, что можно почувствовать себя не только вот где-то городским человеком, но там люди, которые ходят там в деревнях, добывают что-то, охотники. Это очень классно. Тут просто все гаджеты, это можно просто забыть. Тут самое главное время можно провести именно с друзьями, с кем-то познакомиться, с новым. Тоже, очень классно. Вот. Все, да? Да. Молодцы, девчонки, класс сказали. Можно еще маленькую штуку сделать? Давай, сделай. Хорошо, инструктора, большое вам спасибо. Да, вы реально нас поддерживали все это время. Реально забавляли нас, водили в походы, добивали нас, если что. Да. Это лучший лагерь с лучшими людьми. Да. Класс. Класс. Девчонки, мы вас любим. А мы вас. Благодарю. Мне на сборах понравилось то, что мы ходили на всякие горы, путешествовали. Но вещь одна мне не понравилась, что мы поднимались по горам. Это было тяжело. Сегодня мы ходили с сумками. Тоже не очень такие легко, потому что в сумках была еда. Многие вещи тяжелые. Но так-то сборы хорошие. Ставлю оценку 8 из 10. Класс. Все? Да. Мне на сборах все очень понравилось, но есть одно но. Потому что маршрут мы все время обходили, пытались как-то скоротить, и мы ходили по сугробам в горы с тяжелыми сумками. Ставлю 9 из 10. Все? А если бы мы не сокращали, а шли бы по полной? Лучше бы не по горам с тяжелыми сумками. А как? В этом есть определенный смысл по горам, именно по горам. Люди-то в горы ходят для чего? Не знаю. Вот, ты же поднимался там на печь. Красиво было? Очень. А если бы ты не напрягся, не поднялся, ты бы этого не увидел. Да. Так ведь? То есть зря был этот подъем или не зря все-таки? Не зря. Значит, нужно было? Когда мы в самый первый поход решили срезать и вот так вот в горы по сугробу пошли. Не в ту гору, по которой мы поднимались, а просто чтобы посмотреть. И вот там реально мы устали все. А как ты хочешь-то? Надо, это тренировка. Зато в следующий раз ты придешь, увидишь, о, гора, о, тропешка. А пофигу, возьмешь и пойдешь. Ты еще молодой, научишься всему. В любом случае, молодец, благодарю за обратную связь. Понравилось все, очень отличный лагерь. В походы очень много ходили. Очень понравилось, как рассказывали про горы там разные, и узнал очень много чего, и все это было интересно слушать. Еда тут все отлично, все вкусно, быстро наедаешься. Понравилось, что много ходили, сидели. Самое главное, это был костер, прикольно был, и жареный хлеб. Мне понравилось, что не было пельменей. А лучше лагерь прикольный. А Ника? Давай. Да, справа налево. Так, без разницы. Знакомимся. Три младших инструктора. Влад. Артём. А Ника. Мне достаточно все понравилось. Успела задохнуться ночью.
но потом выжила. Дети были классные, были свои минусы, плюсы, но жить можно. Мать была сегодня, накормила детей, так что нормально. Вкусно вот было. Это накормила, я все готовил. Я костер разжигал. Вот именно. Неважно, кто готовил, главное, кто по тарелкам раскладывал. Я по тарелкам раскладывал. Вот, давай, давай. Мне все понравилось, особенно инструктора. Иван Сергеевич. Менять профессию, который... Да. Вот. Ночью были некоторые минусы. Я расскажу вот. Про финальчик. Но было все очень круто, мне все понравилось. Инструктора очень хорошие. Администрация Дениса Алексеевича тоже очень хороший. Да, все и... круто. Будем любить их больше, если подарят жилетки еще один. Да, кстати, будет. Это очень круто. Вы, главное, им это видео покажите. Да, вот. Они самые лучшие. А еще понравилось... Ну, тоже тут был еще один человек. А куда он делся, этот человек? Да, вот, Анастасия Владимировна, вот она тоже молодец, крутая, да, женщина, вообще молодец, девушка, вообще очень круто, молодец, все, отстань от меня. Мне фанту не купили. Так, короче, мне все понравилось, инструктор... Как он Антона по пузу? Антон Сергеевич. Сергеевич. Антон Сергеевич очень классно пробивает пенальти. Да, вы знаете. Еще мне очень понравились такие инструктора, как Иван Сергеевич. И Денис Алексеевич тоже классный мужик. Да, вообще. Денис Алексеевич Антон Сергеевич тоже мужик. Да, Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна тоже крутая женщина. Тоже мужик, да? Дмитрий тоже просто это лучший. Только да. Он все время бежит, мы не понимаем, куда бежать. Все, Антон ушел, можно сказать про него. Пенальти жесткий слишком. Антон, бей послабее. Фонариком он тоже очень хорошо. Не, он реально, он очень добрый. Он нормально фонариком светит. Он добрый инструктор. Вот вы переобулись-то. Он к девочкам очень хорошо относится, так что, да. Им плохо, а мне хорошо с девочками. Ну что? Нас бьют! То есть, все сказали, да? Ну, в любом случае, я благодарю вас за обратную связь. Какая бы она ни была, она будет полностью вся опубликована. Ну, переобулись, ничего страшного, нормально. Ладно, пойдет. Пойдет. Конечно, показывайте им.